Намасте, друзья! Итак, вопрос, для чего нам нужно практиковать йогу? Первое. Сбалансированная практика йоги положительно влияет на наше физическое тело, повышая гибкость, повышая выносливость, силу и баланс. Практика йоги влияет, положительно влияет на дыхательную систему и на нервную систему, укрепляя. Дальше. Практика йоги выравнивает эндокринную систему и гормональную систему. За счет того, что укрепляется иммунитет, это воздействует положительно на внутренние органы, и многие хронические воспалительные процессы в верхних дыхательных путях они просто исчезают. Второе. Сбалансированная практика йоги влияет на эмоциональный фон, таким образом понижая уровень стресса, что очень важно сегодня в современном мире для современного человека. И третье. Сбалансированная практика йоги, которая в себя включает пранаямы, медитации, концентрации внимания, влияет на состояние нашего ума, делая его более спокойным, более тихим. Все это позволяет человеку реализоваться в современном мире и достичь гармонии внутри себя. И таким образом можно сказать, что йога работает с трех сторон. Воздействие положительно на тело, на состояние ума и на нашу душу. Человек достигает гармонии во всех сферах. Поэтому, друзья, занимайтесь йогой и будьте здоровы!